Шалом, с вами Рафаэль Перский, посланник Любавичского рабби Каля Машеха. Мы находимся в недельной главе Торы Китаво. Когда придешь ты? Когда придешь ты на святую землю? В этой недельной главе есть очень много благословений. Благословений, которые Всевышний дает евреям. В продолжении этой главы есть и проклятия. На самом деле проклятий намного больше. 98 проклятий написано в этой главе. Ее читают, когда читают эти проклятия, то никого не вызывают к Торе. Сам чтец Торы читает и читает на таком тоне, чтобы не громко это проговаривать, потому что действительно серьезное проклятие. Но мы с проклятиями не будем иметь дело, хотя Рэби Харед Машея говорит, что в этих проклятиях внутренний смысл этих проклятий тоже является благословением. Но когда читаешь их и понимаешь, то действительно становится страшно. Мы будем с вами иметь дело сейчас и разбирать благословения. Ну, благословения, явные благословения, намного интереснее, как говорится, сейчас об этом поговорить. Одно из благословений, которое Всевышний говорит, и будешь ты на высоте, ты будешь выше, ты не будешь низко. Камень, который бросает вниз, он летит и набирает ускорение. Если камень бросают вверх, то по мере того, как он поднимается, его скорость уменьшается. А огонь, наоборот, он стремится вверх. Вниз огонь намного хуже, его теоретически можно опускать, но все равно природа огня поднимается вверх. Также и еврей. Еврей по природе своей, как огонь, он хочет подниматься вверх, хочет соединиться со Всевышним. И даже когда Йорцайт, день, годовщина смерти по родственникам, то ставят свечку. Свечку – это то, что как бы показать, что душа вернулась своему Создателю, она поднялась вверх. По этому поводу есть одна история. Был такой известный хасид по фамилии Хен. И его потомки сейчас живут в Израиле. Я сам знаю очень хорошо его, наверное, правнука. Этот Хен, он был хасидом Цемах Цедека, третьего Любавичского Рэби. Когда он шел к Рэби, он проходил по дороге разные деревни. Он зашел в одну деревню и увидел, что в этой деревне практически не живут евреи. Есть один еврей, портной, который там живет. Он захотел у него остаться на ночлег. Когда он пришел к этому еврею, еврей очень испугался и говорит: «Нет, ты не можешь здесь оставаться. В этой деревне живет колдун, и он антисемит. Он не разрешает никому жить в этой деревне». На что Хэн говорит: «А ты же еврей, как ты здесь живешь?» Он говорит: «Я портной, поэтому мне разрешили, из-за того, что они пользуются моими услугами, они мне разрешили жить в этой деревне. Остальных он просто сживает сосвету». Хэн, хасид, он говорит: «Я не боюсь, кроме Бога я никого не боюсь». И он остался на ночь. Утром Хэн встает, делает омовение рук и выходит за дверь и видит, стоит человек. И, по-видимому, вот как раз-таки этот колдун. И он обращается к Хэну: «Почему, еврей, ты здесь остановился? Я не позволяю никому здесь останавливаться на ночь. Здесь, в этой деревне, евреи не живут». На что Хэн ему говорит: «Ты колдун, но я кудесник не меньше твоего». Тут колдун думает, что делать. Как бы смутился, говорит: «Слушай», говорит, этот колдун говорит, «я тебе дам воды, если ты такой сильный и ничего не боишься, я тебе дам воды, выпей эту воду». Хэн говорит: «Нет проблем». Заходят они в дом, этот колдун берет, набирает кружку воды, начинает что-то шептать, и начинает с этой кружки, в буквальном смысле, как бы вода закипает и идет пар. Ну, Хэн берет ту кружку, и, значит, написано, что вся нечистота, значит, она идет к земле. То же самое, вот, как камень падает, все тяжелое, вся нечистота, она идет к земле. Хэн поставил эту кружку на пол,
на землю. После этого он взял, сказал благословение и выпил. Колдун смотрит, на Хэна ничего не произошло, он абсолютно здоровый, все нормально. Пришла очередь Хэна, колдун уже в панике. Хэн вышел, и я, конечно, извиняюсь, но это хасидская история, настоящая хасидская история. И поэтому мне придется продолжать рассказывать. Хэн пошел, и он опорожнился в этот стакан. Принес он этот стакан колдуну, и он видит, что там желтая жидкость, пенистая. И этот колдун очень испугался, он не знал, что делать, и он боялся это пить. И он Хэну говорит, я не хочу это пить. Хэн ему говорит, знаешь что, тогда ты должен поклясться, что никогда никакому еврею ты не принесешь вреда. Колдун поклялся это, и Хэн продолжил идти к Рэбе. Когда он пришел к Любавичскому Рэбе, третьему Любавичскому Рэбе Цемах Цедеку, то он рассказал эту историю. Так что Рэбе ему сказал, я все время был с тобой, и когда ты сказал благословение на эту воду, я сказал амен. То есть, в принципе, конечно же, Хэн был большой хасид и верит в Бога, и все, и уверен, но то, что поддержка Рэбби, то, что Рэбби был с ним, это действительно спасло его, и он не получил никакого вреда. Поэтому мы должны знать, что еврей всегда наверху, мы всегда должны стремиться приблизиться ко Всевышнему, и это стремление даже не наше. Так мы родились, это заложено в нашу душу. Мы как огонь, который хотим приблизиться ко Всевышнему. И дай Бог, чтобы вот месяц Илюль, когда мы находимся уже почти что у Рош ха-Шана, две недели до Рош ха-Шана, вот это вот пробуждение еврейской души, этот огонь, который у нас пробуждается от звуков шафара, от нашей духовной работы, чтобы это все привело к тому, чтобы мы старались, приблизились к Богу, соединились с Ним, потому что в нас есть частица Бога, у нас есть Божественная Душа. Божественная Душа – это сущность Всевышнего. Поэтому мы, Боязрат Ашем, проведем остаток этого месяца Илюль в духовной работе, в подъеме, и Боязрат Ашем это приведет к тому, что все горести и все беды, все пройдет, и мир станет полным окончательным освобождением в скором времени и сейчас. И все пройдет, и будет полное окончательное освобождение. Ихе Адонейну, Морейну Варабейну, Мелеха Машиах, Люля Ваэд.